А, тут тоже у меня вопрос такой. Нужно ли бороться с нашим умом? А ум вообще наш? А. Вот кто задает этот вопрос, задайте себе вопрос. А кто спросил про этот вопрос? Кто спросил про ум? И если, ребята, у вас появляются такие вопросы, да, где ум? Нужно ли бороться с умом? Нужно ли бороться с этим? Нужно ли что-то делать еще? Всегда возвращайте ваше внимание внутрь себя и начинайте спрашивать, кто спросил это? Кто хочет есть? Кто задает этот вопрос? Кому непонятна такая-то ситуация? И я не буду говорить, что с вами будет происходить. Вы это отследите сами, самостоятельно, своим опытом.